Ну, для того, чтобы не доводить до такой нервной концовки, какая была. Хотя, по сути, у соперника был только один момент, который мы сами себе создали на ровном месте. Но, тем не менее, чтобы таких нервов не было, нужно просто реализовывать свои те моменты, которые были у нас. Там штанги, выходы один на один, там мяч по вратарской мечется. Вот, к сожалению, в этом плане нам есть куда расти и прибавлять. Вот. Но еще, скажем так, что не все игры получаются простыми, но через сложности нужно пройти для того, чтобы сформировался дух у команды. Это тоже важно. Поэтому ребят с победой, они молодцы. Ну да, многие футболисты играли на, скажем так, на морально-волевых. Было две просьбы в перерыве о замене, но мы ребят попросили там 10-15 минут буквально. То есть и потом по ходу игры еще попросили замену футболисты. Не все тренировались в общей группе, были проблемы, там повреждения и так далее. Поэтому сложно было, но они молодцы, они терпели. Вот, что касается на замену, кто-то лучше, кто-то хуже, но тем не менее все внесли свою лепту в победу, поэтому на замену тоже нужно уметь выходить и помогать команде. Иногда получается, иногда нет, но для этого и нужна, так скажем, командная игра, командный дух, поэтому к тем футболистам, которые вышли, может быть, игровые какие-то вопросы есть, но по самоотдаче, по желанию, как бы нет. Денис Анатольевич, скоро можно готовить состав? Ну, пока не можем сказать. Занимаются доктора, ну, не знаю, если на следующей неделе будет тренироваться уже хорошо. Поэтому есть проблемы. Вот. Ну, наша задача сейчас тех, кто жив остался, их сохранить, чтобы они к следующей игре были готовы. На очереди знамя, так сказать, дубль 2. Какие-то есть у вас мысли? Нет, пока еще не думали. Мы всегда готовимся только к предстоящей игре, поэтому знамя будем думать уже завтра. Поэтому посмотрим, какой состав у них, как они перестроились после кубковой игры, что они показывают. Вот, поэтому будем готовиться к завтрашнего дня.